Привет, танкисты! Сегодня мы узнаем, как уместить танк в квартире. Замотивируем всех по самой не хочу, выберем очередной счастливый шарик и устроим видеобаттл. Наверняка каждый из вас хоть раз видел программу VR. Но одно дело смотреть, а совсем другое делать. Совсем скоро на портале стартует конкурс «Сам себе ВБР». И чтобы выиграть в нем кучу золота и премиум танк, надо сделать свой ВБР с блэкджеком и взрывами. Подробности скоро на сайте. Готовьтесь, танкисты! Скоро в группе ВГТВ ВКонтакте начнется фееричный конкурс на лучший коуп из наших передач. Что такое коуп? Сперва придется обойти всех танкистов-участников, а финалисты сразятся в битве с ребятами из видеоотдела Wargaming. И со мной, кстати, тоже. Многие дома заводят себе разную живность. Кто-то котов, кто-то собак, кто-то вообще женится. А вот герой нашего сюжета решил не размениваться по мелочам и завел в своей квартире настоящий Т-34, пусть и разобранный. О том, как живется с таким соседом, узнаем прямо сейчас. Музей в квартире — это, конечно, первые экспонаты. Они уже были как бы в квартире, просто их появилось только, что я посчитал, что они должны быть на самом главном и видном месте. Здесь представлен приемник радиостанции 71 ТК-3, ранний. Вот что с траками делается после подрыва тоже на мине. Боеукладка на 3 выстрела. Так это только начало. Этому музею еще от роду 2 недели. Когда я тащил 2 трака, 6 километров, был сдан экзамен на любовь к танку Т-34. Ну, жена, скажем так, тут должна была быть стенка. Но я сказал, что стенки здесь не будет, тут будет именно мой музей. Ну, в итоге она согласилась. Зато не пьет, как говорит. Мир танка – это очень теплый мир. И мне живется в нем комфортно, счастливо и великолепно. Ну, а теперь пришло время подвести итоги нашего прошлого конкурса «Мастера на все перки». Работ прислали не много, а очень много. Так что я успела повидать всякого. Слава богу, что танкист приложил подтверждение авторства, а то мы уж думали, что работа украдена у какого-нибудь известного художника. Ну, конечно, не обошлось и без супероригинальных идей про квас как танк. Даже шутки о шутках про квас уже немного потеряли свежесть. О какой победе можно говорить? В остальном участники хотели научить экипаж дышать под водой, реанимировать контуженных или покидать танк со всякими сомнительными целями. Прям, скажем, идеи не фонтан. Но кое-кто все же сумел совместить хорошую идею с достойным исполнением. Они получают заслуженное золото. Поздравляем! Танкист. Случилось важное событие. Взят миллион на рук кластере. Приказано увековечить не в камне, не в песне, а в агитплакате. И потому наш новый конкурс «Миллион одним разом». Задача. Взять агитационный плакат времен войны в одну руку, свой творческий потенциал в другую и совместить все в оригинальный мотивирующий постер на тему взятого миллиона. Работаем на форум. Ссылка в описании. Приступить к исполнению. Ну а теперь сюрпризы. Сейчас из этого барабана я снова достану один шарик с названием танка 7-го уровня, на ветку которого и будет скидка. Подробности акции, как всегда, по ссылке, а мы, не теряя времени, крутим барабан. И да, кстати, крышка у барабана действительно отвалилась. Итак, нашим сегодняшним счастливчиком или счастливицей стала
ГВ «Пантера». А это значит, что в ближайшие 2 недели вы получите скидки на танки этой ветки и бонус к прокачке экипажа. Но это еще не все. Кроме того, вы еще можете поучаствовать в народном голосовании и сами выбрать танк, на ветку которого и будет скидка. А в прошлый раз вы проголосовали за ИС, так что в ближайшие 2 недели скидка распространится и на эту ветку тоже. Поздравляем! Теперь вы сможете прокачать эти танки быстрее, а самое главное – дешевле. Ну а теперь пришло время нашей постоянной рубрики «Письма танкистов». Уважаемые разработчики, а сделайте такую фишку, что когда меняешь ник в игре, то пропадает вся твоя игровая статистика. Например, я очень долго качался, но вначале был оленем. Но я научился играть, и чтобы не создавать новый аккаунт, я поменял ник в игре, и у меня статистика обновилась. Как вам такая идея? Дорогой игрок, не нужно стыдиться своего прошлого. Все мы когда-то начинали, все ехали на 20 светить по центру. Это ничего. 45%? Ай. На этом с письмами у меня все. Присылайте ваши вопросы и истории на наш почтовый ящик. А с вами была Ася, и это, пожалуй, все интересности на сегодня. Ну а дальше, как обычно, мультик.